Добрый вечер. В эфире итоговый выпуск программы «Бугинформ» в студии Виктория Сащенко. Как всегда, в субботу мы напомним о самых главных моментах недели ушедшей, расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных. Коротко о главном. Брест в формате. В развитии международных отношений наиболее интенсивный контакт наблюдается с китайскими партнерами. На этой неделе делегаты из двух китайских провинций Аньхой и Хубэй находились в областном центре. Когда цифра 13 символизирует успех и процветание, средняя школа номер 13 города Бреста имени Валерия Хована празднует 70-летний юбилей. Порядка 400 участников из 12 стран мира, 5 турниров по быстрым шахматам, блиц-турнир и суперфинал. В Бресте открылся первый международный шахматный фестиваль «Черная пешка». Об этом и не только. Прямо сейчас. На текущей неделе Брещину с официальным визитом посетила делегация из Китая. В программе посещения предприятий и организаций региона, а также переговоры с представителями органов власти и руководителями субъектов хозяйствования. В четверг делегаты из двух китайских провинций Аньхой и Хубэй находились в областном центре. Подробности в материале Анастасии Стропко. Делегацию из города Бэнбу провинции Аньхой встречали в Брестском горисполкоме. Переговоры предваряла выставка предприятий Бреста. В центре внимания продукты питания. Именно к ним проявили особый интерес гости из Поднебесной. По мнению делегатов, у белорусских пищевиков есть все шансы занять свою нишу на китайском рынке. Качественная и доступная продукция будет пользоваться спросом. Главное – наладить сотрудничество. Подобные визиты – хорошая для этого возможность. В Беларуси нас интересует многое. Брест – гармоничный и динамично развивающийся город. Здесь можно искать партнеров. На встрече мы обсуждали сотрудничество в различных сферах. Начинать, конечно, нужно с торговли, но мы хотим наладить диалог и в культуре, и в образовании, и в туризме. Я думаю, направлений будет много. Встреча в Бресте – часть большой программы. Ранее делегация из Бэнбу побывала в Драгичинском и Березовском районах. В числе гостей – представители одной из крупнейших китайских компаний, занимающихся продовольствием, как производством, так и импортом. В Беларусь приехали для знакомства и поиска партнеров. К слову, некоторые предприятия региона в своей экспортной деятельности уже имеют китайский вектор. На сегодняшний день некоторые наши предприятия уже поставляют, и не первый год, продукцию на китайский рынок. То есть они сертифицированы и работают. Это и Савушкин продукт, и Лалка, и проходит сертификацию сегодня наши крупнейшие мясокомбинаты, Березовский, Брестский мясокомбинат, проходит сертификацию другие пищевые предприятия, они включаются в эту цепочку поэтапно, по этапу того, как они находят сегодня партнеров. Визит данной делегации, он очень плодотворный, потому что заявленные сегодня интересы данной компании и компании провинции Аньхой очень обширны, и они интересны нам. На встрече в горисполкоме мэр Бреста Александр Рогачук отметил, в 2017 году произошла существенная интенсификация сотрудничества представителей бизнес-сообщества города над Бугом с китайскими партнерами. Это общий тренд, характерный для Республики Беларусь. Брест не остается в стороне. Чем это обусловлено? Обусловлено, прежде всего, большой выгодой этих отношений. Если 3 года назад мы торговали с китайцами, но соотношение было 0, то есть мы вообще ничего не экспортировали в Китай, то в этом году мы в 6 раз уже увеличили экспорт по городу Бресту и планируем дальше эту сумму, естественно, увеличивать. В этом году мы хотим выйти в город Брест на 3 миллиона долларов продукции, которую мы поставим туда, в Китай. Это очень здорово. И если каждый год мы будем эту динамику соблюдать, то, в принципе, мы нормально достигнем цели диверсификации наших внешних рынков. Это самый главный успех. Ну и все же я не теряю надежду, жду китайские инвестиции в реальный сектор экономики города Бреста. Продолжился белорусско-китайский диалог в Брестском областном исполнительном комитете. Заместитель председателя облисполкома Андрей Клец провел встречу с делегацией из провинции Хубэй. В последние годы сотрудничество с этим китайским регионом можно назвать динамично развивающимся. Растет товарооборот, притом Брещина на экспорт поставляет не только продовольствие, но и продукцию технического назначения. Увеличился и грузопоток в двух направлениях через Брестское отделение белорусской железной дороги. Все грузы, которые сегодня идут контейнерные перевозки, они
являются контейнерными перевозками шелкового пути, и они сегодня увеличились по сравнению с прошлым годом в 2 раза. В планах сегодня как китайских компаний, так и нашей железной дороги, что к 2020 году эти увеличатся более чем в 2 раза, эти контейнерные перевозки, и достигнут, если сегодня 100 тысяч контейнеров, то достигнут 500 000. Визит делегации – очередной шаг в деле укрепления взаимодействия. В завершении переговоров состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Брестским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты и Управлением по содействию международной торговле провинции Хубэй. Мы закрепили официально взаимоотношения между этими двумя организациями, которые занимаются сегодня продвижением не только продукции, производимой в данных провинциях и у нас в Брестской области, но и между сотрудничеством между компаниями. Это очень важно, потому что сегодня требования того или иного рынка, его изменения, они очень быстры, и актуально сотрудничество, чтобы мы эту информацию получали быстро, достоверно, вот, для того, чтобы мы могли сертифицировать своевременно свою продукцию на поставки на внешние рынки, в том числе в Китай. И сегодня это как бы официальный документ, официальное закрепление тех связей, которые были налажены ранее. Анастасия Страбко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Для героев следующего материала нашего выпуска число 13 является счастливым. Все они в разные годы были представителями одной большой семьи, которую объединило учреждение образования с большой историей. Средняя школа номер 13. Ей в этом году 70 лет. За это время из стен учебного заведения вышла не одна сотня талантливых выпускников, которые успешно трудятся в совершенно разных отраслях экономики, политики, культуры и искусства. Сегодня школа не теряет своих высоких позиций и продолжает нести гордость. Звание одного из лучших общеобразовательных учреждений города. Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет подробнее. Обычный день в 13-й школе – это интересный, многоплановый, насыщенный событиями учебно-воспитательный процесс, в котором должно быть предусмотрено все до мелочей. Такую задачу ставят уже не один год перед собой педагоги учреждения. Очень важно, чтобы ребенку нравилась школа, учитель и занятия. Только тогда он будет мотивированным на учебу, понимать и осознавать, для чего он каждое утро приходит сюда. Чтобы получать разные знания, чтобы быть умным, красивым, и чтобы тебе улыбались разные люди, чтобы ты мог помогать. Если что-то у людей не будет получаться, и они не будут этого знать, то ты поможешь. В этом году средней школе номер 13 70 лет. Для человека это довольно солидный возраст, когда уже есть и мудрость, и знания, и хороший жизненный опыт. Аналогично эта позиция и для 13-й школы. За 70 лет здесь сформировалась хорошая педагогическая семья, которую регулярно пополняют молодые кадры. Активно внедряются и новые технологии. Но есть и одно «но», которое отличает любую школу от других учреждений. Несмотря на паспорт регистрации, она всегда молодая, благодаря мальчикам и девочкам, которые однажды приходят в ее стены и с грустью покидают спустя 11 лет. Очень грустно, очень грустно. Во-первых, тяжело расставаться с учителями. Также не хочется терять друзей, которые столько лет были с тобой. Грустно. Большая часть педагогов, которые работают на сегодняшний день в школе, они имеют первую и высшую категорию. Это где-то четверть, больше даже четверти педагогов. К нам приходят замечательные молодые специалисты. Например, Ольга Валерьевна Дейнека в прошлом учебном году участвовала в городском педагогическом фесте педагогических идей и заняла 1-е место в городе. Учитель белорусского языка и литературы. Очень грамотные педагоги приходят с психолого-педагогического факультета нашего университета, чему я несказанно, конечно, рада, потому что от того, какими дети выйдут с начальной школы, будет зависеть, как они будут учиться в среднем и старшем звене. Накануне своими воспоминаниями и впечатлениями от учебы в счастливой тринадцатке, как школу с любовью называют ученики, делились выпускники разных лет. В областном общественно-культурном центре прошло праздничное юбилейное мероприятие. Силами педагогов и администрации школы удалось собрать большую фотовыставку, которая рассказывала о разных периодах жизни учебного заведения. Причем сегодня здесь немало династий. Сначала в школе учились папы или мамы, а после туда пришли и их дети. Вообще мне очень нравится наша школа. Вот мои дети тоже продолжают, скажем, преемственность поколений, тоже ходят в эту школу. И старший ребенок, и младшая дочка. Мне очень нравится. Самые теплые воспоминания, конечно же. Мы, в общем-то, были самым первым выпуском вот той школы в том виде, в котором она сейчас есть в Бресте на проспекте Машерова. Потому что раньше, до 10 класса, мы учились в старенькой школе, она была совсем маленькая.
По-моему, она даже тогда была восьмилеткой. Те елки, которые сейчас перед школой растут, это тоже наших рук дело. Мы в свое время их высаживали. Сейчас они большие, уже выше школы. А тогда были чуть выше нас. В торжественной обстановке в адрес педагогического коллектива и учащихся звучали слова поздравлений и пожеланий. Как отметил в своем приветственном адресе глава администрации Ленинского района Геннадий Борисюк, школа вносит свой серьезный вклад в развитие системы образования города. У нее есть свое лицо. Это школа со своими традициями, с устоявшимся коллективом, с выпускниками, которые, наверное, приносят честь и нашему городу, и школе. То есть эта школа, такой, будем говорить, самостоятельный организм, определенный даже имидж нашего города. Поэтому 70-летний юбилей, ну я хочу сказать так, что школа это прожила не зря. Им есть что вспомнить, им есть, наверное, чем гордиться, у них есть будущее. И вот это все вкупе говорит о том, что ну, эта школа, она в Ленинском районе и в городе одна из лучших, без сомнений. Отметив очередной юбилейный рубеж, средняя школа номер 13 продолжит вписывать новые события в летопись системы образования города. Перед учебным заведением стоит ряд перспективных задач, которые призваны сделать учебный процесс эффективным, а воспитательный – интересным для школьников и их родителей. Ориентируем на, естественно, чтобы качество образования у нас повысилось. Это не только работа учителей, как думают родители, это работа и родителей вместе с учителями прежде всего. Потому что любой ребенок о чем-то мечтает, а дабы эта мечта была адаптирована в практику, нужно научить ребенка ставить перед собой маленькие цели и добиваться этих целей. Вот если он это научится, он свою мечту всегда осуществит. Анастасия Назрин, Плотницкая, Денис Величкевич, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрите «Итоги недели» на БукТВ. Продолжаем говорить о важном и актуальном. Передовые технологии по коррекции зрения уже на службе у брещан. Специалисты клиники «Новое зрение» в городе Бресте, самой крупной не только в сети этого медицинского центра, но и в Беларуси, задают тон всей офтальмологической помощи в регионе. Главному правилу предоставления пациентам самого лучшего, что есть в современной офтальмологии, профессионалы нового зрения следуют неукоснительно. Убедиться в этом можно, посмотрев сюжет Ларисы. Жизнь в современном мире. Мы все время куда-то спешим работать, чувствовать, получать удовольствие. Люди хотят жить качественно и максимально комфортно, используя для этого все 5 чувств, свойственных лишь человеку. Это обоняние, осязание, вкус, слух и зрение. Если сбой дает что-то одно, вся система начинает работать неэффективно. Теряется качество жизни. Это весьма хорошо понимают те, кто имеет проблемы со зрением. Сегодня можно констатировать, что таковых немало, а потому в Бресте открытие и начало работы офтальмологического центра «Новое зрение» ждали с нетерпением, поскольку клиника имеет весьма положительные характеристики. Прежде чем выбрать «Новое зрение», мой супруг очень долго изучал вообще ситуацию на рынке данных услуг и изучив все мнения, все отзывы в интернете, ну и какие-то другие нюансы, остановился и пришел к выводу, что данной клинике можно доверять, тем более в Бресте не нужно никуда ехать. С октября месяца выполняются все полостные операции на глазу, в том числе сложные, и по имплантации искусственного хрусталика глаза. На сегодняшний день существует акционная позиция по имплантации искусственного хрусталика производства Англии фирмы Райнер. Стоимость его 700 рублей всего, и мультифокального хрусталика этого же производителя всего за 1250 рублей. Мультифокальный хрусталик при его имплантации позволяет человеку видеть хорошо и вдаль, и вблизи. Сегодня в медицинском центре «Новое зрение» проводится весь спектр необходимых большинству пациентов с глазной патологией хирургических операций. Брестский филиал оснащен для этого всем необходимым оборудованием, на котором работают рефракционные хирурги, прошедшие обучение на базе Центра разработки лазерных систем в городе Эрпаген, сосредоточенный науки в Германии. Врач-офтальмолог первой категории, заведующий диагностическим отделением Илья Снопок, уверен, что все должно проходить последовательно, а начинать необходимо с диагностики. Любое оперативное вмешательство в клинике начинается с этапа диагностики.
Основные этапы – это измерение преломляющей силы переднего отрезка глаза, измерение внутриглазного давления. Далее с пациентом работает оптометрист, который посредством линз помогает определиться с преломляющей силой глаза более точно. Плюс на этом этапе пациенту подбираются очки, если они ему нужны. Далее пациента осматривает доктор с помощью щелевой лампы, осматривает передний отрезок глаза на наличие каких-либо патологий и обязательно осматривает сетчатку с помощью фундус-линзы для поиска каких-то периферических либо центральных дистрофий. Если они присутствуют, пациенту предлагают лазерное лечение, так называемую лазеркоагуляцию, укрепление сетчатки посредством нанесения маленьких микроожогов. В новом зрении занимаются каждым пациентом индивидуально и делают все возможное, чтобы человек приобрел новый взгляд на окружающий мир. Основной этап – это беседа пациента с доктором, где мы определяем все плюсы, которые пациент получит от коррекции, и обсуждаем какие-то нюансы, если они есть. То есть пациент получает абсолютно полную картину, максимально развернутую, и сам принимает решение, нужно ему делать коррекцию или нет. Пациент, помимо того, что получает абсолютно иное качество зрения, он начинает хорошо видеть вдаль, без всяких искажений, некоторые пациенты могут осуществить свою мечту. Если они не могли пройти комиссию куда-то, они могут это сделать. Из своего опыта скажу, что прооперированные пациенты начинали заниматься воздухоплаванием, развивать это направление у себя в области, где они живут. Какие-то профессии, какие-то поступления в определенные учебные заведения, которые они не могли пройти, все это становится им доступно. Лазерная коррекция в Бресте востребована. Запись на месяц вперед. Люди доверяют офтальмологам нового зрения. Операция безболезненная, занимает по времени 5-7 минут. Из ограничений 2 недели без активного спорта, без сауны и бассейна. И как результат прекрасное зрение без очков и контактных линз. Задача операции – привести оптическую силу роговицы к такому значению, чтобы пучок света попал в центр сетчатки, то есть чтобы пациент получил хорошее дальнее и ближнее зрение. Операция занимает от 5 до 7 минут, проводится под местной анестезией, операция амбулаторная. Мы имеем лазерную установку последнего поколения, которая отвечает самым современным требованиям не только стран СНГ, но и Европы и Америки. Что отличает клинику «Новое зрение»? Специальная программа лояльности для клиентов и акции. У нас открыта акция на первичный прием с полным диагностическим обследованием пациента стоимостью 25 рублей. И сегодня я всех приглашаю на обследование и лечение в нашу клинику. Добро пожаловать! Лариса Осмолович, Андрей Щерба, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. А сейчас о других событиях и мероприятиях. Обогащение репертуара культурной афиши Бреста. В этом деле остановок не бывает. Без преувеличения, каждую неделю в городе открываются новые экспозиции на любой вкус. Для похода с детьми, душевных воспоминаний или же серьезных размышлений. Любой вернисаж собирает огромное количество брестских ценителей искусства и остается в памяти на долгое время. На днях в музее «Спасенные художественные ценности» распахнула свои двери экспозиция «Путь к прекрасному». Это 60 работ, написанных в разных техниках и вариациях. Акварель, гуашь, акрил, масло, карандаш, мозаика, гелевая ручка. Выставка не оставила равнодушным никого, в том числе и нашу съемочную группу. Почему? Расскажем далее. Долгожданный последний месяц осени, как обычно, радует горожан изобилием культурных мероприятий. К примеру, выставка юных талантов 10-й школы объединила брещан, неравнодушных к творчеству учащихся заведения с архитектурно-художественным уклоном. Вернисаж итоговых работ выпускников проходит ежегодно. На этот раз зал наполнился не только ценителями искусства, но и простыми брещанами, которым близка тема поразительно тонкой акварели на холсте, удивительно ярких образов и многообразия красок, форм, идей. Работы в абсолютно разных техниках, в современных и в традиционных. Это традиционная живопись акварелью, гуашью, акрилом, маслом. Это графические листы, это современные техники, росписи ткани, это традиционные виды народного искусства, это мозаика и какие-то поиски наших молодых художников, абсолютно современные и нестандартные, все то, что интересно молодым.
Школа номер 10 – учебное заведение, которое славится в Бресте не только своими научными и спортивными достижениями, но и богатыми традициями в области художественного направления. Это заведение называют подготовительной площадкой, своеобразным трамплином к вступлению в настоящую творческую жизнь. С первого класса здесь учат любить и понимать искусство, дают ребенку почувствовать себя художником. А вот каким на выходе становится мастер кисти, можно убедиться воочию, посетив итоговую экспозицию. К примеру, София Удовенко. Девушку называют гордостью школы. Вдохновляет. Ну, наверное, природа, которая дарит нам такие замечательные краски, вот осень особенно. Вот это вдохновение, которое ты берешь осенью, его хватает практически на целый год, и ты можешь и весной, это еще добавляются эти весенние красивые нежные цвета, которые получаются на картинах. Почти 40 лет заведение готовит кадровый резерв талантливых художников и архитекторов, дизайнеров и скульпторов для города, области и страны. Более 200 выпускников школы связали свою жизнь с искусством. Также многие из них принимали участие в изменении облика города над Бугом. Несомненно, выпускники гордятся местом, где учились, а учреждение гордится ими. Это архитекторы, это дизайнеры, это профессиональные художники, это скульпторы, это преподаватели изобразительного искусства, это авторы сегодня же и учебников по изобразительному искусству, это дизайнеры, это модельеры, это люди, которые работают в шоу-бизнесе, которые имеют художественные галереи, которые работают как профессионалы, которые занимаются и кино, и фотографией, и мультипликацией. То есть этот перечень огромен в том смысле, что практически все художественные специальности, которые существуют, они так или иначе востребованы нашими выпускниками. И мы гордимся тем, что сегодня и облик нашего города меняют наши выпускники. Ученики 10-й школы, они прославляют город Брест. Никому, наверное, не секрет, что Алексей Павличук, выпускник 10-й школы, тот человек, знаменитая работа которого украшает центр нашего города. Приятно осознавать то, что выпускники 10-й школы в большей своей степени потом реализуют себя в дальнейшей своей будущей профессии. Выставка «Путь к прекрасному» будет работать в филиале «Спасенные художественные ценности» до 19 ноября включительно. Не зря говорят, что новое – это хорошо забытое старое, и зачем изобретать велосипед, если нужно просто собрать единомышленников и организовать мероприятие. Культурное, творческое или спортивное. Специалисты областного управления внутренних дел, БФСО «Динамо», Министерство по чрезвычайным ситуациям и гандбольный клуб имени Мешкова умеют заинтересовать молодежь. Рецепт успеха мероприятий прост – спорт, легендарная личность и подарки. Акция «Полезные каникулы», собравшая на динамовской базе больше сотни молодых людей, яркое тому подтверждение. Как с максимальной пользой для здоровья организовать досуг и провести свободное время, выясняла Ирина Альшова. Спортивно-образовательный проект «Полезные каникулы» у брестских подростков пользуется неизменной популярностью. Это хорошая возможность не только применить свои силы и приобрести игровые навыки на спортивной площадке, но и пообщаться с легендарной личностью, такой, как известный гандболист Юрий Карпук. Каждый человек должен думать не только о сегодняшнем дне, но должен думать и о завтрашнем, потому что эти дети – это завтрашний день нашего спорта, нашей страны, нашего общества. Поэтому надо уделять внимание уже сегодня. База физкультурно-спортивного общества «Динамо» регулярно становится центром притяжения для подобных проектов. Здесь умеют и любят работать не только с будущими спортсменами, но и с подростками, какими бы они ни были. Плохих детей не бывает. И у нас в организации «Динамо» мы стараемся вот этих ребят приобщить к физическим нагрузкам, к спорту, к физкультуре. Более 400 детей у нас занимаются в отделениях по различным видам спорта. Но самое интересное то, что мы стараемся приобщить наших детей не только к видам спорта, которые сами культивируем, но и те виды спорта, которые культивируются у нас в городе. Инициативы силовиков Брестский гандбольный клуб имени Мешкова поддерживает всегда. Главная изюминка проекта – мастер-класс по гандболу и товарищеский матч. Принять участие пригласили подростков Бреста и Брестского района, с которыми ведется профилактическая работа, а также учащихся Брестской детско-юношеской школы Олимпийского резерва БФСО «Динамо». Как отмечают в Управлении внутренних дел, такие акции реально снижают статистику детских правонарушений в каникулярный период. Свидетельство тому – это
уже отмечаемое на протяжении 2 лет, снижение уровня подростковой преступности на территории Брестской области. И на сегодняшний день тоже с положительной стороны можно констатировать, что по итогам 10 месяцев текущего года практически на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень преступлений, совершенных несовершеннолетних, на территории Брестской области снизился. Лучше пусть они находятся в спортзале, чем на улице. Сейчас как раз каникулы, родители работают, они бесконтрольные дома. Если еще эти маленькие дети, то они еще ничего не нашкодничают, а большие, конечно, должны быть под присмотром. Поэтому лучше, чтобы они были в зале под присмотром взрослых. Игра объединяет и сплачивает, а еще помогает стать лучше и приобрести друзей. Каждый из юных спортсменов находит на площадке что-то свое, начиная от выигрыша сувенира от мешковцев и заканчивая возможностью записаться в спортивную секцию. Я сам раньше во дворе играл. У меня отец играл за БГК, и он меня завлек просто этим, и не знаю, очень сильно понравилось. Здесь двигаешься, как будто не устаешь, но в общем хорошо то, что все время двигаешься, что-то делаешь, а не так, как у меня друзья ходят просто на улице, там ерундой занимаются. В гандболе не как в дзюдо, там борются, а тут как-то с мячиком играют. Тут его надо кидать и ловить и бегать. Полезные каникулы для детей продолжаются, поэтому главная задача – сделать их интересными и безопасными. Ирина Альшова, Андрей Щербатов, Логовкин, телекомпания БУК ТВ. Первый международный шахматный фестиваль «Черная пешка» стартовал сегодня в городе над Бугом. Турнир продлится 3 дня. Суперфинал состоится 6 ноября. За этот период за шахматные столы сядут порядка 400 человек, представители 12 стран мира. На церемонии открытия соревнований «Игры мудрецов» побывала и съемочная группа нашего телеканала. Стилизованная и красочная церемония открытия турнира сразу погрузила участников мероприятия в мир шахмат – игры, которая уже не одну сотню лет тренирует ум и смекалку умников и умниц по всему миру. В эти дни на нескольких площадках города над Бугом концентрация последних была повышенной. 400 любителей игры мудрецов приняли участие в большой инициативе фестиваля «Черная пешка». То, что с первого раза такое количество участников, такое количество международного присутствия, в принципе, это, по сути дела, сенсационно, потому что мы не предполагали именно такого серьезного старта. Дай бог, все получится, этот фестиваль будет традиционным и тоже одним из таких изюминок нашего замечательного города. Самому младшему участнику турнира 4 года. Самый взрослый разменял 9-й десяток, что является еще одним весомым доказательством популярности этого вида спорта. Как признаются сами шахматисты, игра увлекает и затягивает настолько, что оторваться просто невозможно. За решением сложных задач можно провести не один час. Но потраченного времени не жаль. Это интересная и полезная зарядка для ума. Вы смотрели итоговую программу «Буг-информ», и это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале «Буг ТВ» работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20 63 67, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу «Буг-информ» в эфире, у вас есть возможность увидеть ее на сайте buktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов – все это вы найдете на сайте телекомпании «Буг tv.by, а также на нашем канале в YouTube. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. Я, Виктория Сащенко, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней с добрыми новостями и до встречи в эфире. Большие выходные в Беларуси пройдут в очень комфортных погодных условиях. В Бресте в воскресенье 5 ноября погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе. Ожидается облачно с прояснениями, без осадков. Ночью и утром слабый туман, ветер южный, умеренный. Температура воздуха ночью 4-6 градусов, днем воздух прогреется до 10. Атмосферное давление существенно не изменится. 6 ноября республика в основном будет оставаться в поле повышенного атмосферного давления. В областном центре скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. День пройдет без дождя. Температура воздуха минимальная ночью плюс 5-7 градусов, максимальная днем 10 со знаком плюс.